объединение помочь? Первый вопрос по традиции. Ну, я думаю, что надо признать, что две трети матча соперник был лучше нас. Вот, я думаю, стратегически они очень правильно разрушили нашу игру, практически не позволили нам ничего создать. И я не думаю, что как бы они нас превосходили в каких-то компонентах игры, но очень как бы качественно разрушали, очень качественно использовали длинные передачи, цеплялись за мячи, использовали все фолы, как бы сбивали ритм и нужно действовали в манере, ну, как бы удобно для соперника. Поэтому нам было сложно как бы взвинтить темп. И я думаю, что 60 минут остались за соперником, но надо отдать должное нашей команде. Последние 30 минут мы вернулись в матч и уже полностью доминировали. К сожалению, не смогли отыграть второй мяч. Ну, это футбол. Поэтому поздравляю соперника с победой. По сюжету можно сказать, что эта игра очень напоминала встречу первого круга в гостях в Оренбурге. Тоже 0-2, тоже вы сделали три замены, тогда на 66-й минуте, сейчас в перерыве. Нет, я думаю, что абсолютно разные матчи, потому что счет может быть, да, так ход матча похож, а качество игры, я думаю, что там мы выглядели уверенно на протяжении вообще 90 минут. Здесь соперник был лучше нас, еще раз повторю, две трети матча. Очень редкий случай, команда проиграла, а болельщики аплодисментами проводили ребят в раздевалку. То есть какие-то у вас претензии к футболистам сегодня? Что я не думаю, что должны быть претензии к игрокам. Это спорт. Как бы была хорошая игра, мужская игра, как бы борьба, я считаю, между равными соперниками. Абсолютно, ну, как бы по классу и по качеству игры. Да, они чуть-чуть выше нас находятся, но еще ничего не закончило. Поэтому я думаю, болельщики чувствовали отдачу, да, страсть, которую команда пыталась как бы преодолеть соперника, пыталась неудачный как бы отрезок преодолеть. И отдать надо должен, еще раз повторюсь, что это заслуга команды, уметь переворачивать матчи. И они всегда это доказывали. Сегодня нам совсем чуть-чуть не хватило. Сантиметры отделили нас от того, чтобы спасти матч. На последние буквально секунды было несколько угловых ударов, штрафных. Женя Латышонок, видно, хотел побежать в штрафную площадь соперника, но вы ему не дали добро на это? Я думаю, что такие вещи нужно тренировать. К сожалению, мы таким сценарием пока еще не готовы. И ни разу этого не делали на тренировках. А все, что не тренируется, приводит обычно к удручающим последствиям. Yeah!